Авария произошла в Яковлевском горокруге в 11 часов ровно. Столкнулись «Лада Калина» и «КамАЗ». По предварительным данным УМВД, водитель легковушки выехал на встречную полосу. Скончалась 40-летняя пассажирка «Лады». Мужчину, который был за рулем легкового авто, госпитализировали. 53-летний водитель КамАЗа не пострадал. Обстоятельства и причины ДТП еще устанавливают. По информации регионального управления МЧС, на месте происшествия работали 8 человек и 3 единицы техники, спасатели, автоинспекторы, медики. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.